Семейная драма разыгралась у горных горилл. Над тем, чем же все-таки обидел самец самку, остается только гадать. Но это было явно что-то серьезное, раз настолько долго приходится просить прощения. Гориллы имеют развитую социальную структуру, высокий уровень интеллекта, а также умеют неплохо пошутить друг над другом. В качестве защиты и поиска пищи могут использовать инструменты, такие как палки и камни. Всего в мире насчитывается около 1000 экземпляров данного вида. Из-за браконьерства и уничтожения их среды обитания, горная горилла остается на грани вымирания.